10 октября в школе номер 6 поселка Совхозного состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти погибшего бойца, защищавшего мирное население Донбасса, Александра Александровича Щурова. Настоящие герои незаметны в мирной жизни, но когда приходят трудные времена для Родины, именно они одними из первых становятся на ее защиту. Именно таким героем и был выпускник 6-й школы Александр Щуров. Он участвовал в Чеченской войне, и когда Родина снова позвала, не задумываясь, отправился в зону СВО защищать мирное население Донбасса. Это патриот всех нас с вами. Мы с вами стоим сегодня под мирным небом, потому что такие вот герои защищают рубежи нашей страны. И знаете, я бы хотела сегодня низко поклониться маме и сказать огромное спасибо за воспитание Александра Александровича. Он не побоялся взять оружие в руки и защищать нас с вами. Дорогие ребята, помните, что в вашей школе уже два героя, которые учились в этих стенах, ходили по этим же лестницам, коридорам. Гордитесь, пожалуйста, помните и чтите. 21 февраля 2023 года при выполнении воинского долга в должности старшего стрелка, защищая мирное население Донбасса, Александр Щуров погиб, проявив беззаветную преданность Родине. За проявленное мужество, за заслуги перед государством и народом он был посмертно награжден орденом мужества. К сожалению, война уносит лучших, наиболее отважных, наиболее мужественных. И это не отнимешь. У нас в поселении уже 6 ребят, которых нет с нами. И сегодня, открывая мемориальную доску Александру Александровичу Щурову, я хочу сказать, что вот благодаря таким, как он, благодаря тем, кого уже нет рядом с нами, мы сегодня можем мечтать. Можем мечтать о будущем. Мечтать, как мы будем вырасти, вы вырастите большими, получите специальность и будете такими же, я надеюсь, достойными гражданами нашей России. Благодаря их мужеству и самоотверженности мы сегодня, конечно же, живем под чистым, мирным, голубым небом. На мероприятии присутствовали родственники павшего героя, одноклассники, знакомые, ученики школы номер 6, педагоги, представители общественных организаций и управления образования. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Александра Щурова. Затем участники митинга почтили минуты молчания память героя и возложили цветы к мемориалу. Имя героя Славенца навсегда вписано в новую страницу героической летописи нашего края. Его мужество и отвага навсегда останутся народной памяти в истории страны и будут служить примером любви и преданности отчизне. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».